Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, как приучить кошку к рукам. Заводя кошку, любой хозяин надеется, что она станет ему ласковым спутником, которого можно гладить и брать на руки. Однако нередки случаи, когда мяукающие питомцы не дают к себе даже прикоснуться. Что делать в такой ситуации? Как приучить кошку к рукам? Мы подробно изучили эту тему и готовы представить вам 5 самых популярных советов. Угощайте кошку лакомствами с рук, так вы не только улучшите взаимоотношения с питомцем, но и оставите у него приятные воспоминания о ваших руках. Привыкнув к ним, со временем любимец позволит гладить и брать себя на руки. Приманивайте кошку игрушками. Возьмите игрушку в руки и поманите ей питомца. Позвольте любимцу поймать игрушку, аккуратно поглаживайте его, пока он будет наслаждаться добычей. Не доставляйте кошке дискомфорт, не заставляйте питомца делать что-то против его воли. Когда кошка не хочет идти на контакт и убегает от вас, оставьте ее в покое, не пытайтесь взять на руки. Также не следует пытаться насильно усадить животное или удерживать питомца, если он хочет уйти от вас. Будьте ласковы с кошкой, ни в коем случае не обижайте свое животное. В противном случае питомец не будет доверять вам и точно не даст взять себя на руки. Говорите с кошкой ласковым голосом и гладьте ее до тех пор, пока она не уйдет. Так питомец научится больше доверять вам. Брать на руки кошку нужно очень аккуратно, нельзя резко поднимать питомца и брать его поперек живота или за холку. Лучше всего держать любимца одной рукой под передними лапами, а другой подпирать задние лапы. Так кошка не будет чувствовать, что висит в воздухе и останется спокойной. Следуйте перечисленным советам, и со временем кошка привыкнет к вашим рукам. Главное, будьте аккуратны и не ограничивайте свободу питомца, ведь кошки ценят это превыше всего. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!